В эфире Его Величество Бокс. Очередное боксерское шоу в Подольске. На площадке загородного клуба «Айвенго» прошли поединки, один из которых принес пояс чемпиона СНГ любимцу местной публики Николаю Потапову. Наши подробности. Я думаю, мы одна из первых вновь созданных федераций, нашей Подольской бойцовской лиги. Понятно, что мы как бы только начинаем, но я думаю, что у нас будут большие перспективы, и мы будем продолжать по накатанной идти в гору, пока не доберемся до самого верха. Подольская бойцовская лига, а также промоутеры Сергей Степкин и Павел Попов вновь собрали полный зал зрителей. С одной стороны, это было статусное мероприятие, ведь главный бой вечера дарил победителю пояс чемпиона СНГ. С другой, состав пар позволял участникам приобрести необходимый опыт, а организаторам на деле проверить боксеров, претендующих и в будущем выходить на местный ринг. Понимаете, такие соревнования очень нужно регулярнее проводить, потому что ребята должны набираться опыта, менять место, как говорится, соревнований, зрителей и все прочее, чтобы они отбивались, чтобы они выходили, тем более на серьезные соревнования, уже, естественно, битые, подготовленные, с хорошими эмоциями, с хорошим настроением. Одна из старейшин тренерского цеха России Олег Чехов, Анатолий Волков, участник Олимпийских игр в Монреале, а также бывший наставник многократного чемпиона Европы среди профи Бориса Синицына, сын олимпийского чемпиона Олега Григорьева Владимир Григорьев, с удовольствием вывели на ринг своих подопечных. Это хорошая школа и опыт боксировать не только против неизвестного соперника, но и в присутствии большой зрительской аудитории. Что касается атмосферы, мне приятно наблюдать, что сейчас все больше и больше людей ходят, смотрят поединки. Я вот в некоторых городах был в России. Мне очень понравилось. Очень понравилось. Не случайно боксерские шоу в Подольске так любят зрители. Это особая энергетика. Чтобы почувствовать ее, на турнир приходят и сами боксеры. Например, бывшая звезда олимпийского ринга Роман Романчук. И мне кажется, что на такие бои надо как-то, да, людям ставить курс, чтобы они приходили, болели, приезжали. Как тебе атмосфера? Мне классно здесь. Хорошо. Мне нравится. Увидели мы на боях и Дениса Бахтова, который уже успел поучаствовать в шоу Сергея Степкина в Климовске. Надеюсь, что буду работать с Сергеем Степкиным, вот, с его компанией. И буду выступать здесь, не знаю, где он будет предлагать. В общем-то, радовать публику. 8 декабря Денис Бахтов проведет в Подольске бой против обидчика Майка Тайсона, британца Дэнни Уильямса. Ну а сегодня главный поединок вечера между местной звездой нокаутером Николаем Потаповым и казахом Жендосом Жетпесбаевым. В ожидании этой встречи зрители следили за ходом 5 боев андеркарда с участием как новичков профессионального ринга, так и постоянных участников шоу, таких как, например, Георгий Малтабар. Такой шатер отапливаемый, теплый, где можно проводить бокс, ну и другие мероприятия. Народу полный зал, народу битком. Зрители ревут, кричат, все вроде довольны. Все поединки вечера, даже досрочно завершенные, боксеры закончили на ногах. Как и участники главного события, где разыгрывался пояс чемпиона СНГ в легчайшем весе. Все 10 раундов местная звезда Николай Потапов преследовал соперника, надеясь на точный удар справа, выигрывая эпизод за эпизодом. Теперь пояс чемпиона СНГ украшает торс подольчанина. Это первый титул, хороший бой. Жандос очень хорошо двигался, я не смог его догнать. Хотя было желание выиграть бой досрочно. Вполне можно было это сделать. Но первый титул есть, будем идти дальше. Денис Лебедев – гордость отечественного профессионального бокса. Выходя на ринг в форме десантника, он олицетворяет лучшие черты русского воина. Любовь к родине, скромность, самоотверженность и готовность к подвигу. Об этом и не только в нашем «Красном углу». Первый раунд. Встречи с Роем Джонсом и Джеймсом Тоуни. Какое значение в вашей карьере эти бои имеют? Я бы сказал, большое, большое, громадное значение. Знаете, меня однажды во дворе в Чехове подошел парнишка лет 12-13 и говорит:
И сразу мне в лоб говорит, а по-любому, говорит, с Рой Джонсом же бой был договорной. В глаза. И я говорю, ну пошли, посидим, поговорим. А, ну, как раз у них была пауза между футболом. И я говорю, ну ты давай немножко рассудим. Она говорит, ты как думаешь, бокс смотришь? Я говорю, похоже было вообще, на твой взгляд, сам со стороны, что бой был договорной. Да. Я говорю, а как ты это понял? Говорит, ну, Рой Джонс не бил просто. Я говорю, а ты не думаешь, что Рой Джонс тоже боялся, что вот, чтобы не случилось то, чтобы, что случилось все-таки в конце? Мы с Ильей вели прямой репортаж о вашем бое с Роем Джонсом, и через неделю мы в студии делали повтор, анализ поединка с звонками зрителей. И было очень возмутительно слышать их отклики по поводу вашего последнего удара. Это люди, которые не понимают бокса. Тем более, что Смугер дал явную команду вам продолжить поединок. Что бы сказали они, если бы победу отдали Рою Джонсу в этой ситуации? Вот как нам работать со зрителем? Почему такое негативное отношение к нашим боксерам? Да нет, не удивило. Наверное, вправе каждый высказывать свое мнение. Ну, я опять же говорю, это мнение каждого лично свое. Я не собираюсь никому доказывать. Кто считает так, ну, думайте так. Кто считает по-другому, считайте по-другому. Бой с Роем Джонсом и Стоуни, это была для вас экзотика или действительно такая хорошая школа? Чему вы научились у этих боксеров, работая с ними в ринге, в условиях вот этого стресса постоянного, боевого? Да много чему, наверное. Во-первых, психологически я очень прибавил. Здорово. Ведь кто бы там что ни говорил, кроме меня и людей, тех, кто договаривался про эти бои, никто не знает, договорные были эти бои или нет. Я говорю, положа руку на сердце, что это не были договорные бои. А больше доказывать никому ничего не собираюсь. Уверенность намного прибавилась во мне. Я всегда к себе относился, немножко недооценивал свои возможности. Вот, а сейчас уже настало время, когда это все прошло, и я хочу серьезных боев с серьезными противниками. Уже или я, или они. Давайте попробуем. Я уже зашел, заработал право сразиться с лучшими. Поэтому осталось чуть-чуть. Сейчас мы увидим, договоримся и увидим, кто лучше. Почему крузервейт самая успешная весовая категория для наших боксеров, на ваш взгляд? Много боксеров у нас в нашем весе. Вот, это и Валерий Брудов, Гриша Дрозд, я вот, это Рахим Чекиев там. Ну, так сложилось, наверное. Вот, рано или поздно нам, наверное, придется скрестить фишки. Но чем позже, тем лучше. Ведь даже вспомнив тот бой с Александром Алексеевым, ведь кто выиграл из нас в этом бою? Да никто. Наверное, выиграли просто немцы в этот момент, когда они сидели и просто потирали ладошки. Вот сейчас разберутся между собой два русских парня. Станет минус один. Минус один русский. Только они выиграли в этом. Больше никто. Денис, вы часто выступаете за пределами Родины, хотя все чаще вы проводите бои в России. Что для вас понятие страна, Родина, Россия? Вы можете мне не поверить, но вот даже вот вы сейчас сказали «Родина России», а у меня вот такие легкие мурашки по телу пошли. Я бы хотел, чтобы у каждых детей, у каждого ребенка было такое мнение, такое восприятие. Нужно дорожить своей страной, нужно дорожить тем кусочком земли, который у тебя есть рядом с тобой. Нокаутировав американца Джейкобса в чемпионском бою, Дмитрий Пирог удивил всех. Он неожиданно заявил, что звание лучшего в мире не главное в его карьере. Его мечта – радовать зрителя красивым боксом. Вспоминаем подробности не менее удивительной боксерской биографии популярного русского средневеса. Ну а второй раунд обмена прямыми с Денисом Лебедевым чуть позже. Судьба Дмитрия Пирога, одного из самых одаренных российских боксеров, с одной стороны закономерна, с другой необычна. Закономерна, потому что талант, трудолюбие и упорство в достижении цели рано или поздно сослужили бы ему добрую службу. Необычна, потому что этот незаурядный боксер
так долго остававшийся в тени, в одно мгновение доказал всем, что способен не только стремительно взбираться на самый верх боксерского Эвереста, но при этом суметь продемонстрировать особый стиль и почерк. Дмитрий родился на юге России, в Темрюке, и с детства обожал футбол и шахматы. Но встреча с первым тренером Виктором Сердюковым навсегда приковала его внимание к боксу. С юных лет Дмитрий Пирог демонстрировал необычайную самостоятельность, особый взгляд на жизнь и хладнокровие в подходе к тем или иным ситуациям, возникающим на его пути. Не случайно шахматы стали игрой, которой Дмитрий посвящает немало времени. Штурмуя вершины любительского ринга, Дмитрий оказывается в Краснодаре и работает с великим советским тренером Артемом Лавровым. Благодаря Лаврову Дмитрий учится внимательно относиться к своей боксерской природе, отсекать лишнее и приобретать необходимое. Накануне Олимпийских игр, выиграв предолимпийский турнир, мастер спорта международного класса Дмитрий Пирог решает покинуть любительский ринг. Ему, предпочитающему жесткий, интеллектуальный, на грани опасности бокс, претит суетливый обмен ударами. Он уходит в профи и уже в четвертом поединке выигрывает титул чемпиона России у опытнейшего Сергея Татевосяна. К 2010 году Пирог – сформировавшийся профессионал. Его стиль напоминает лучшие образцы советского бокса 60-х. Играя с соперником, Дмитрий всегда готов нанести сокрушительный удар. В августе 2010 года Пирог на ринге Лас-Вегаса завоевывает пояс чемпиона мира в среднем весе по версии WBO. Он нокаутирует считавшегося фаворитом американского проспекта Джейкобса. С этого момента Дмитрий становится самым популярным боксером России, и его поединки неизменно приковывают внимание публики. Сейчас Дмитрий Пирог живет в Геленджике вместе с супругой Евгенией, а свои чемпионские пояса он с радостью подарил музею родного Темрюка, отдавая дань городу, где он начинал свою боксерскую карьеру. Не переборщил ли Владимир Хренов, проводя рекламную кампанию вашего боя с Джеймсом Тоуни и с Роем Джонсом, сделав ставку именно на заевших звезд, такое ощущение было, что вы находитесь как бы в тени. На вас давил психологически? Или такой договор был с Владимиром Викторовичем у вас? Что шоу должно по этим правилам идти, разыгрываться? Нет, такого не было у меня. Ну да, был момент такой, что там все вопросы Джонсу, но это можно понять. Рой за свое время, за свою боксерскую карьеру сделал так, что люди и спрашивают: Джонс. Ну, а наша задача сделать так, чтобы мы ходили и нам в спину говорили: Поветкин там, Лебедев, или там другие наши имена, Дима Пирог там, вон Пирог пошел, вон Пастух пошел там, разные, а вон пошел олимпийский чемпион Михонцев. Вот наша задача сделать так. Ну, а Рой в свое время сделал все для того, чтобы сейчас так о нем говорили. Как Костя Дзю сейчас. То же самое. Везде. Мы сейчас ездили на Сашин бой. Туда. Ну, невероятное количество людей. Костя, можно с вами сфотографироваться. Вернемся к бою с Марко Хуком. Мне показалось, что вы должны уже были к четвертому раунду его просто съесть. Но, по-моему, вы выказали большое уважение этому немецкому боксеру. Это была команда из угла, так сказать, осторожно вести поединок. Сейчас, если посмотреть назад, что нужно было делать тогда? В тот момент ошиблись все. Во-первых, все хотели, чтобы я выиграл. Каждый давал указания. Хотя в ринге должен разговаривать один человек. Это тот человек, который с тобой работал, готовился. С кем вы работали домашние заготовки, это, конечно же, тренер. Тогда это был Валерий Иванович. Мне говорил Андрей Козлов, мой тренер по физподготовке. Папа мой пытался мне стул помочь ставить, сядь, отдохни. Хотя перед боем я сказал: стул мне не ставить, пока я сам не попрошу. И я ему говорю: не надо. Он говорит: надо. Я ему второй раз говорю: не надо. Он опять говорит: надо. Это уже прошло 20 секунд. Я уже должен сидеть, расслабляться. Наоборот, стоять и слушать тренера. Ошибок напороли много. Но я не жалею ни о чем. Случилось так, как случилось. И
Я был бы очень благодарен судьбе, если бы еще нам удалось встретиться с Марком Хуком. А я думаю, что это все у нас впереди. И даже согласен встретиться опять на той же территории. Вы довольны работой с Владимиром Викторовичем Хреновым? Многие обвиняют его в том, что он придерживает бойцов своих, не рискует именами. Как вам работа с этим, ну, в общем-то, выдающимся, я считаю, менеджером? Я считаю, что ему по праву вручили номинацию вот на вечер бокса как лучший промоутер года. Вот. Большая работа была проведена у нас с ним, ведь я вернулся. Александр Повиткин мне дал именно его номер телефона, и у нас с ним началась работа. Вот, мы проделали большой путь вместе. На этот момент, на тот момент у нас был рядом с нами еще наставник Валерий Иванович Белов. Эту фамилию вы знаете, безусловно. И за короткий срок нам вот удалось пройти большую дистанцию вот, к поясу интерконтинентальный чемпион мира и вот временный чемпион мира. Ну и дальше уже мы расширили свой тренерский штаб, позвали Костю Дзю, как вы знаете. Поэтому вот мы сейчас, у нас большая одна команда. Бывает разное в нашей команде. Трения, вопросы, спорные ситуации. Но мы стараемся это решать по мере возможности. Вместе, не вынося ссоры из избы. В чем прибавил, на ваш взгляд, Владимир Хренов за последние годы? Как менеджер, как промоутер, как вообще личность, которая руководит такой большой конюшней наших выдающихся русских бойцов? Организация именно момента шоу. Вот, вы посмотрите, где вы еще, в какой стране увидите, чтобы Рой Джонс спел для публики. Где? Не извините, вот, а у нас он спел. Это благодаря Владимиру Хренову. Скандально известный Чесора. Он в тот момент, когда Чесора был у всей, ну даже не только в Англии, по всему миру он был на слуху, всей аудитории бокса он был известен своим вот этим. Своей интригой, вот Кличко, своим поведением. Хотите, пожалуйста, вот вам Чесора. Это выдающиеся личности на данный момент в мире бокса. Все они были у нас, имели возможность общаться, фотографироваться. И я считаю, что это большой прогресс, большой шаг со стороны Владимира Хренова вот, в развитии профессионального бокса. Я не знаю, лукавил ли Бернард Хопкинс, но он сказал, что в принципе ему пояс не нужен, ему важно оплачивать счета за особняк. Вот вы деретесь ради титула чемпионского или все-таки главное деньги, чтобы кормить семью своих троих дочерей? Конечно же, это у меня не на первом месте, нет. Деньги для нас, для людей, а не мы для денег. Это основное правило в моей жизни, основной критерий, под который я подвожу все остальное. И нельзя ставить деньги на первое место. Это плохо заканчивается всегда. Очередным испытанием на прочность для россиянина Заурбека Байсангурова стала вторая защита титула чемпиона мира среди профи. Ведь его противником был Лукаш Конечный, признанный лучшим боксером Чехии за всю историю. Наш отчет. Ну а заключительный раунд откровений самого авторитетного русского крузера Дениса Лебедева через несколько минут. Поединок в первом среднем весе между Байсангуровым и Конечным прошел в Киеве в рамках шоу, организованного компанией К2, которую возглавляют братья Кличко. Перед боем чешский боксер заявил, что отберет пояс у Байсангурова. Опытный и волевой Конечный уже завоевывал титул чемпиона Европы среди профи, и его амбиции были обоснованы. Тем более, что он уже дрался за титул чемпиона мира, дав бой украинцу Дзинзирюку в 2008 году. Свой последний поединок Лукаш Конечный уверенно выиграл нокаутом у француза Ларби, став временным чемпионом мира по версии WBO. Прошлый бой против француза Соро, это была первая защита титула Байсангуровым, прошел очень драматично. Заурбек побывал в нокдауне во втором раунде. И были опасения, что и в этом поединке не всегда отточенная защита россиянина даст сбой. Тем более, что грозный Конечный одерживал победы над такими европейскими звездами, как Джуман, Холл и Билич. Первые раунды прошли с небольшим преимуществом претендента. Но к четвертому отрезку ситуация выровнялась. Однако до седьмого раунда чех вновь доминировал, нанося больше точных ударов. Ближе к финальным раундам, конечно, стал уставать,
И Байсангуров, несмотря на пропущенные удары, смело шел в размен. В 10 и 11 Байсангуров заметно прибавил, а в чемпионском раунде из-за рассечения у конечной судья сначала остановил поединок, но затем врач дал добро на продолжение боя. Учитывая активность россиянина в последних раундах, победа была отдана Заурбеку Байсангурову, сохранившего в итоге пояс чемпиона мира по версии WBO. Вы присутствовали часто на тренировках Саши Поветкина, видели, как он работал с Тедди Атласом. На сегодняшний момент команда хреново рассталась с этим американским специалистом. Вам удалось с Атласом чуть-чуть поработать? Была у вас мечта все-таки с ним, вот, может быть, потрудиться над созданием своего боксерского образа? Безусловно, в этот период я старался быть рядом с Сашей, соответственно, рядом с Тедди. Вот. И это своеобразный человек, хочу вам сказать, довольно-таки. И сейчас, даже когда они не вместе, Саня до сих пор стремится делать то, что ему давал когда-то Тедди на том пути, на том этапе. Он это развивает, усиливает, он понимает, что это работает. И вот в нашей судьбе сейчас Костя. Костя еще прилепляет. Он, вы же заметили, не ломает. Не ломает. Он просто вот советует, а выбирать он предоставляет шанс нам. То есть Костя такой мягкий диктатор или хитрый диктатор? Я бы не назвал его мягким диктатором. Это будет не точно. Точнее, наверное, будет наоборот. Вот он больше жесткий, но справедливый. Вот так. Итак, Валерий Белов и Дзю. В чем различие, что каждый из тренеров вам дал? Я вчера буквально стоял в парах с ребятами, и вот я все-таки отдаю предпочтение нашей любительской манере бокса. Знаете, если называть вещи своими именами, понемножку откусывать. Каждый удар акцентированный, четкий, жесткий, не забывая в то же время о защите. И вот я немножко от этой манеры ушел, более профессионально. Я вот хожу, ищу свой момент ударить. А тут на тренировке Валерий Иванович говорит: Денис, не стой, подвигайся, попрыгай, поиграй. Ты же с ребятами, со своими друзьями, с молодыми, вернись к этой игре. Ну и мне пришлось, да, немножко перестроиться. Я вспомнил этот любительский задор. Вот. Но уже не совсем так получается играть, конечно. Но все-таки, я считаю, это лучший стиль наш. А что Дзю вам дал? Дзю именно добавил профессионализма, если называть вещи своими именами, именно профессионализма. Он, во-первых, он подсказал мне кое-что, что нужно убрать. Я не буду называть, раскрывать все секреты, как бы я считаю, не стоит этого делать. Что-то убрать, что-то добавить. А уже, наверное, оценки ставить вам, зрителям, журналистам, прессе. Поэтому наше дело как трудиться, а вы выставляете оценки. Я знаю, что мы не можем быть всем нравиться, кому-то всем не угодишь. Денис, один из промоутеров, не будем называть его имя, сказал, что у нас все чемпионы мира тряпочные. Что вы можете возразить ему на этот счет? Да я слышал эти слова уже. Ну, знаете, даже я более того скажу вам, что был разговор с этим человеком, и кто-то звонил уже, ему спрашивали, он не имел в виду никого лично, ни Саню, ни меня, никого-либо другого, ни Диму Пирога, нет, ни Саню Бахтина. Поэтому здесь, скорее всего, есть вероятность, журналистский фактор, знаете, говорит одно, потом второе, и имеет фактор, как испорченный телефон. Поэтому на это я не обижаюсь и уже забыл. Ваш прекрасный образ русского бойца, десантника, очень многих раздражает. Почему? А, наверное, раздражать нормальных людей это не может. Это просто, наверное, общество наше уже стало деградировано немножко, к сожалению. Не все. Много очень есть хороших людей, которые продолжают чтить традиции армии, чтить традиции национальные. Вот. И это очень важный момент, ведь на нас смотрят дети. Какими будем мы, такие будут
следующее, таким будет следующее наше поколение. Итак, мы ждем вашего боя с Гильермо Джонсом в декабре. Каким будет этот бой, как вам кажется? Каким на ринг выйдет Денис Лебедев? Опять в форме десантника? И какой бокс он покажет? Безусловно, конечно, я выйду в форме десантника. А бокс вы увидите в этот день. Но одно вам могу сказать точно, он будет, наверное, жестким и агрессивным. Бокс в России не просто спорт. Это часть нашей истории. Это программа о нашем боксе. Бокс от тех, кто знает о нем не понаслышке. Федерация профессионального бокса России. Смотрите «Его Величество Бокс».